Здравствуйте! Сегодня мы с вами в гостях у Наташи. Погода прекрасная. Das Wetter ist herrlich. Как всегда в Ялте. Наташа и гости сидят во дворе и разговаривают. Sie sitzen im Hof und unterhalten sich. Сидят во дворе и разговаривают. Тема очень интересная. Какими должны быть идеальный муж и идеальная жена? Wie sollen der ideale Ehemann und die ideale Ehefrau sein? Какими должны быть идеальный муж и идеальная жена? Нина Александровна, а что это будет? Кофточка. Очень красиво. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Извините, что задержалась, провожала своих шведов на аэродром. А Хейки и Борис еще не приехали? Еще нет. Все настоящие мужчины сейчас сидят перед телевизорами. Нет, не все. Вон, смотри. Он, наверное, один живет, бедненький. Нет, женатый. Семейный. А что, у него жена больная? Какая она больная? Ленивая. Он всегда помогает жене. Стирает, убирает. Нина Александровна will etwas stricken. А что это будет? Кофточка. Eine Jacke. Кофточка. Аня entschuldigt sich, dass sie so lange unterwegs war. Что задержалась? Sie müsste ihre Schweden zum Flughafen bringen. Александровна, а что это будет? Кофточка. Очень красиво. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Извините, что задержалась, провожала своих шведов на аэродром. А Хейки и Борис еще не приехали? Еще нет. Все настоящие мужчины сейчас сидят перед телевизорами. Нет, не все. Вон, смотри. Он, наверное, один живет, бедненький. Нет, женатый. Семейный. А что, у него жена больная? Какая она больная? Ленивая. Он всегда помогает жене. Стирает, убирает. Петров говорит, что все настоящие мужчины, alle richtigen Männer, все настоящие мужчины сейчас сидят перед телевизорами. Sitzen im Moment vorm Fernseher. Сейчас сидят перед телевизорами. Почему? Потому что там идет футбольный матч. Динамо Киев, Реал Мадрид. Doch nicht alle gucken fern. Nina Alexandrovna macht auf den Mann aufmerksam, der im Hof Wäsche aufhängt. Только Петров и один сосед Наташи не смотрят телевизор. Бедненькие, die Ärmsten, бедненькие, они должны заниматься домашними делами. Sie sollen Hausarbeit machen. Wahrscheinlich lebt der Nachbar allein, denkt Nina Alexandrovna. Он, наверное, один живет. Aber da irrt sie sich. Ist verheiratet, hat Familie. Он женатый, семейный. Ja, ist denn seine Frau krank? У него жена больная? Ach was, die und krank, meint die Nachbarin. Sie ist faul. Она ленивая. Фауль, ленивая. Но Наташа думает, что она не ленивая. Он просто хочет помогать жене. Он стирает, wäscht Wäsche, стирает и убирает, putzt, räumt auf, убирает и даже готовит обед. Идеальный муж. Все настоящие мужчины сейчас сидят перед телевизорами. Нет, не все. Вон, смотри. Он, наверное, один живет, бедненький. Нет, женатый. Семейный. А что, у него жена больная? Какая она больная? Ленивая. Он всегда помогает жене. Стирает, убирает. А как соседи? Конечно, соседки критикуют его жену. А его жалеют. Завидуют. Он даже обед готовит.
А что ему остается делать, если жена не умеет готовить? Соседки, конечно, завидуют. Зентнайдеш, завидуют, критикуют жену, а мужа жалеют. Den Mann bedauern, bemitleiden sie, жалеют. А как соседи? Конечно, соседки критикуют его жену, а его жалеют, завидуют. Он даже обед готовит. А что ему остается делать, если жена не умеет готовить? Natascha bewundert den Mann, dass er auch kocht. Die Nachbarin hingegen hat eine andere Interpretation. А что ему остается делать, если жена не умеет готовить? Was bleibt ihm anders übrig, wenn seine Frau nicht kochen kann? Он даже обед готовит. А что ему остается делать, если жена не умеет готовить? Идеальный муж. Вот видишь, Юра, какие на свете мужья бывают. А разве я тебе не помогаю? Кто в магазин за продуктами ходит? Конечно, ты. Теперь женщины стали другие. Больше собой занимаются, косметикой всякой, а не домом и хозяйством. А почему бы и нет? А что? В наше время женщины могут себе это позволить. В доме столько техники. Стиральные машины, пылесосы. Не то, что раньше. Все руками. Даже одежду сами себе шили. Но раньше женщины больше дома работали. А сейчас домохозяек мало. Почти все работают и зарабатывают не меньше мужчин. Nicht zu vergessen die Hilfe von Juri Borisovich. Wer geht einkaufen? Кто в магазины за продуктами ходит? Конечно, он. А теперь поговорим о женщинах. Женщины стали другие. Die Frauen sind andere geworden. Sie beschäftigen sich mehr mit sich selbst als mit dem Haushalt. Больше собой занимаются, а не домом и хозяйством. Das können sich die Frauen heutzutage auch erlauben, wo es doch so viel Haushaltstechnik gibt, räumt Юрий Борисович ein. В наше время женщины могут себе это позволить. В доме столько техники. Стиральные машины, ваш машинен, стиральные машины. Пылесосы, штаубзауга, пылесосы. Раньше женщины больше дома работали, а сейчас домохозяек мало. Jetzt gibt es wenig Hausfrauen. Домохозяек мало. Почти все женщины работают и зарабатывают не меньше мужчин. Sie verdienen nicht weniger als Männer. Они зарабатывают не меньше мужчин. Теперь женщины стали другие. Больше собой занимаются, косметикой всякой, а не домом и хозяйством. А почему бы и нет? А что? В наше время женщины могут себе это позволить. В доме столько техники. Стиральные машины, пылесосы. Не то, что раньше. Все руками. Даже одежду сами себе шили. Но раньше женщины больше дома работали. А сейчас домохозяек мало. Почти все работают и зарабатывают не меньше мужчин. Ну, кто выиграл? Динамо 1-0. Игра великолепная. Вратарь замечательный. Ну, кто выиграл? Nun, wer hat gewonnen? Кто выиграл? Динамо 1-0. Ein großartiges, ausgezeichnetes Spiel. Игра великолепная. Der Torwart, вратарь, ist hervorragend. Вратарь замечательный. Erinnern Sie sich an die Worte хорошо und плохо? Jetzt können Sie Ihre Begeisterung noch stärker zum Ausdruck bringen. Dazu ein paar neue Worte. Великолепно.
Großartig. Herrlich. Sehr gut. Великолепно. Замечательно. Hervorragend. Bemerkenswert. Замечательно. Чудесно. Wunderbar. Prächtig. Чудесно. Прекрасно. Vortrefflich. Ausgezeichnet. Schön. Прекрасно. Здорово. Toll. Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то, здрасте. А у вас был о чем такой оживленный разговор? О мужчинах и женщинах. Интересная тема. И актуальная. На эту тему много говорят и пишут в наших газетах. И у нас пишут. У меня для вас есть тест. Хорошая идея. Хейки обожает тесты. Почему нет? Я буду задавать вопросы. Нужно только отвечать «да», «нет» или «иногда». Это очень просто. Кто хочет первый? Я. Слушай внимательно. Готовите завтрак по утрам? Обязательно. В день матери. Конечно, кофе, кровать, торт. В день матери? В мае финны поздравляют своих матерей и бабушек. Ну, как у вас 8 марта. А у нас поздравляют всех женщин. Наташа möchte mit ihren Freunden einen Test machen. У нее есть тест. Sie wird Fragen stellen. Она будет задавать вопросы. А отвечать нужно только «да», «нет» или «иногда». Хейки hat Tests wahnsinnig gerne. Он просто обожает их. И вот первый вопрос. Вы готовите завтрак по утрам? Machen Sie morgens das Frühstück? Готовите завтрак по утрам? Хейки отвечает. Обязательно. В день матери. Unbedingt. Selbstverständlich. Обязательно. Am Muttertag. Мать. Mutter. Das Wort Мать, Mutter, wird auf besondere Art gebeugt. Prägen Sie sich das ein. Der Genitiv der Mutter ist Матери. Матери. Und die Tochter, Дочь. Nimm sich ein Beispiel an der Mutter. Дочь, дочери. В день матери. Конечно, кофе, кровать, торт. День матери, wörtlich Tag der Mutter, Muttertag. День матери, такого дня нет в Советском Союзе. Einen solchen Tag gibt es in der Sowjetunion nicht. Но что там есть, это праздник всех женщин. Помните? Международный женский день. Помните, когда это? Да, 8 марта. Тогда поздравляют не только своих матерей и бабушек. Da gratuliert man nicht nur seinen Müttern und Großmüttern, sondern allen Frauen. Поздравляют всех женщин. В день матери? В мае финны поздравляют своих матерей и бабушек. Ну, как у вас 8 марта. А у нас поздравляют всех женщин. Считаете ли вы себя главой семьи? Главой семьи? Ну, кто у вас решает, где шкаф будет стоять? А, конечно, я. А при чем здесь шкаф? У нас в Финляндии есть такая поговорка. Интересно, надо запомнить. Хорошо.
Хейки считает себя главой семьи. А вот второй вопрос. Считаете ли вы себя главой семьи? Halten Sie sich für das Familienoberhaupt? Глава семьи. Das versteht Heike nicht gleich. Борис hilft mit einem finnischen Sprichwort. Поговорка. Кто у вас решает, где шкаф будет стоять? Wer beschließt bei euch, wo der Schrank stehen soll? Кто у вас решает, где шкаф будет стоять? Считаете ли вы себя главой семьи? Главой семьи? Ну, кто у вас решает, где шкаф будет стоять? А, конечно, я. А при чем здесь шкаф? У нас в Финляндии есть такая поговорка. Интересно, надо запомнить. Хорошо. Хейки считает себя главой семьи. Да, муж голова, а жена шея. Не правда ли? Куда хочу, туда и поверну. Куда хочу, туда и поверну. Wohin ich will, dahin drehe ich mich. Der Mann ist der Kopf, das Oberhaupt und die Frau der Hals. Муж – голова, а жена – шея. Хейки считает себя главой семьи. Да, муж – голова, а жена – шея. Не правда ли? Куда хочу, туда и поверну. Да-да, теперь стало модно критиковать мужчин. Раньше в газетах учили женщин, как стать хорошей хозяйкой и внимательной женой. Почему раньше? И теперь иногда советуют. Как раз сегодня я читала статью в литературке на эту тему. Юрий Борисович beschwert sich. Теперь стало модно критиковать мужчин. Früher habe man in der Zeitungen die Frauen belehrt, wie sie gute Hausfrauen und aufmerksame Ehefrauen werden können. Почему раньше? И теперь иногда советуют. Auch jetzt werden manchmal Ratschläge gegeben. Иногда советуют. Gerade heute hat Anja etwas darüber in der Literaturka gelesen. Да-да, теперь стало модно критиковать мужчин. Раньше в газетах учили женщин, как стать хорошей хозяйкой и внимательной женой. Почему раньше? И теперь иногда советуют. Как раз сегодня я читала статью в литературке на эту тему. Вот, мужчины, послушайте. Кормите мужа дома. Это большое удовольствие. Обязательно. Это хорошо. Устраивайте им маленькие праздники. Да. Красиво накрытый стол, белая скатерть, цветы, свечи, хрусталь, вино и вкусная еда. Это очень важно. Поверьте, у меня большой опыт. Кормите мужа дома. Это большое удовольствие. Bereiten Sie Ihrem Mann zu Hause das Essen. Das ist ein großes Vergnügen. Кормить, wörtlich, ernähren, füttern. Кормить. Устраивайте им маленькие праздники. Veranstalten Sie kleine Feste. Устраивайте маленькие праздники. Bei dieser Idee kommt Nina Alexandrovna ins Schwärmen. А у нее большой опыт. Красиво накрытый стол. Ein hübsch gedeckter Tisch. Красиво накрытый стол. Белая скатерть. Ein weißes Tischtuch. Белая скатерть. Цветы, Blumen, цветы, свечи, Kerzen, свечи, хрусталь, кристаль, хрусталь, вино, der Wein, вино, вкусная еда, ein köstliches Essen. Вкусная еда.
Вот мужчины, послушайте. Кормите мужа дома. Это большое удовольствие. Обязательно. Это хорошо. Устраивайте им маленькие праздники. Да. Красиво накрытый стол, белая скатерть, цветы, свечи, хрусталь, вино и вкусная еда. Это очень важно. Поверьте, у меня большой опыт. А что еще в газете пишут? Слушайте. И запомните, мужчина не может жить один, а только рядом с женщиной. Правильно. И вам, Борис, пора жениться. Мужчина не может жить один, а только рядом с женщиной. Ein Mann kann nicht alleine leben, sondern nur neben einer Frau. Und deshalb wird es Zeit, dass Boris heiratet. Пора жениться. И запомните, мужчина не может жить один, а только рядом с женщиной. Правильно. И вам, Борис, пора жениться. Конечно, трудно сказать, какими должны быть идеальный муж и какой должна быть идеальная жена. Lassen wir mal die Rollen, die Klischees beiseite und sprechen über den idealen Ehepartner. Какими должны быть идеальные супруги? Идеальные супруги. Они вместе стирают, waschen, убирают, putzen, готовят обед, kochen, ходят за продуктами, gehen einkaufen, устраивают маленькие праздники, veranstalten kleine Feste. Одним словом, mit einem Wort, kurz, одним словом, они вместе занимаются домом и хозяйством. А самое главное, любят друг друга. Нина Александровна, а что это будет? Кофточка. Очень красиво. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Извините, что задержалась, провожала своих шведов на аэродром. А Хейки и Борис еще не приехали? Еще нет. Все настоящие мужчины сейчас сидят перед телевизорами. Нет, не все. Вон, смотри. Он, наверное, один живет, бедненький. Нет, женатый. Семейный. А что, у него жена больная? Какая она больная? Ленивая. Он всегда помогает жене. Стирает, убирает. А как соседи? Конечно, соседки критикуют его жену. А его жалеют. Завидуют. Он даже обед готовит. А что ему остается делать, если жена не умеет готовить? Идеальный муж. Вот видишь, Юра, какие на свете мужья бывают. А разве я тебе не помогаю? Кто в магазин за продуктами ходит? Конечно, ты. Теперь женщины стали другие. Больше собой занимаются, косметикой всякой, а не домом и хозяйством. А почему бы и нет? А что? В наше время женщины могут себе это позволить. В доме столько техники. Стиральные машины, пылесосы. Не то, что раньше. Все руками. Даже одежду сами себе шили. Но раньше женщины больше дома работали. А сейчас домохозяек мало. Почти все работают и зарабатывают не меньше мужчин. Ну, кто выиграл? Динамо 1-0. Игра великолепная. Вратарь замечательный. Так.
Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то, здрасте. А у вас был о чем такой оживленный разговор? О мужчинах и женщинах. Интересная тема. И актуальная. На эту тему много говорят и пишут в наших газетах. И у нас пишут. У меня для вас есть тест. Хорошая идея. Хейки обожает тесты. Почему нет? Я буду задавать вопросы. Нужно только отвечать «да», «нет» или «иногда». Это очень просто. Кто хочет первый? Я. Слушай внимательно. Готовите завтрак по утрам? Обязательно. В день матери. Конечно, кофе, кровать, торт. В день матери? В мае финны поздравляют своих матерей и бабушек. Ну, как у вас 8 марта. А у нас поздравляют всех женщин. Считаете ли вы себя главой семьи? Главой семьи? Ну, кто у вас решает, где шкаф будет стоять? А, конечно, я. А при чем здесь шкаф? У нас в Финляндии есть такая поговорка. Интересно, надо запомнить. Хорошо. Хейки считает себя главой семьи. Да, муж голова, а жена шея. Не правда ли? Куда хочу, туда и поверну. Да-да, теперь стало модно критиковать мужчин. Раньше в газетах учили женщин, как стать хорошей хозяйкой и внимательной женой. Почему раньше? И теперь иногда советуют. Как раз сегодня я читала статью в литературке на эту тему. Вот, мужчины, послушайте. Кормите мужа дома. Это большое удовольствие. Обязательно. Это хорошо. Устраивайте им маленькие праздники. Да. Красиво накрытый стол, белая скатерть, цветы, свечи, хрусталь, вино и вкусная еда – это очень важно. Поверьте, у меня большой опыт. И запомните, мужчина не может жить один. А только рядом с женщиной. Правильно. И вам, Борис, пора жениться.